Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео, и если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Том Хаус скончался 10 марта. Трагичные известия сообщили коллеги звезды. Теперь же вскрылись подробности произошедшего. 10 марта у Тома Хауса было намечено несколько рабочих встреч. Вот только ни на одну из них музыкант не явился. Коллеги звезды тут же заподозрили неладное, после чего принялись искать его. В итоге Хаус был обнаружен мертвым. У него ведь была депрессия очень сильная, самое основное из-за того, что он ушел из группы. Это была для него боль. Для него концерты были самым важным. И вот так случилось, подчеркнул концертный директор Том Линар. Сейчас друзья артиста пытаются отойти от шока и выяснить причины произошедшего. По словам Линара, речь может идти о суициде. Говорят, что он покончил с собой. Я узнал это от супруги Гарика Богомазова, поделился концертный директор артиста. Напомним, что Том стал солистом коллектива «Отпетые мошенники» в 1996 году. Группа быстро обрела баснословную популярность. Тогда по музыкантам сходили с ума девушки всей страны. Хаус продолжал работать на сцене вплоть до 2021 года, когда неожиданно покинул группу. Он обвинил солиста Сергея Амаралова в мошеннических действиях. Якобы коллега много лет обманывал его. Звезды решали финансовые вопросы через суд, то и дело нелестно отзываясь друг о друге. Разумеется, Том попробовал построить сольную карьеру, но больших успехов на этом поприще не достиг.